Итак, обед закончился. Нужно снова ехать в автошколу. Погнали. В общем, тихонько, аккуратно выезжаем со двора. Помним, да, движение во дворовых территориях ограничено 20 км в час. И на выезде нам направо. Смотрим налево-направо. Смотрим на велодорожку. Они будут ходить там где-то. Ну, ладно, пускай ходят. Едем до автошколы. По Советской, потом по Тутайке. Ну, где-то, думаю, минут за 8-10 доедем. А вам на фон включу какую-нибудь музыку.
работу.